Здравы будьте, добрые люди! С вами Валентин Медведь, и я рад и счастлив видеть вас на моем канале. Мастерская этнических ремесел занимается не только изготовлением музыкальных инструментов, но и также делаем вот такие красивые, интересные обереги, талисманы и украшения. Это полностью авторская работа, сделанная вот этими руками, и здесь есть авторский значок, который в своем вот таком исполнении обозначает мои инициалы Валентин Васильевич Шкандыбин. И также это эмблема мастерской этнических ремесел «Степной дух». Я хочу рассказать о символике, которая заложена в этой подвеске. Она называется «Родовое древо». Первое, что мы видим, это большие, широкие, такие мощные корни. Они обозначают нашу связь с богами, с предками, с нашими родителями. Для того, чтобы древо было крепким и долгоживущим, необходимы большие вот такие вот корни. Поэтому любите, цените своих родителей и помните о своих предках. Широкий ствол обозначает нашу действительность, наше состояние здесь и сейчас, наша осознанность, наша реальность. Раскидистая крона и вот такая вот наполненная, она обозначает наше будущее. Это наше здравие, это наше богатство, как духовное, так и физическое. Потому что человек не может быть только духовно богатым или только физически. Хорошо, когда он наполнен и все раскрыт, все, как сказать, всеобъемлющий и всепонимающий, как физическое, так и духовное. Также еще это символ такого понятия, как человек. Человек – это чело и век, где чело – это мысль, век – это время. Знающий прошлое, осознающий настоящее и правильно планирующий, предвидящий будущее. Если вас заинтересовало такое изделие, вы можете перейти по ссылочке, которая будет под видео, и узнаете, где и как можно приобрести его. Также есть еще вот это изделие в других цветовых гаммах. Сейчас я вам покажу их. Вот. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, мне будет очень приятно. И это будет означать о том, что вам интересно то, о чем я рассказываю. И буду снимать, стараться для вас еще новые интересные видео. Благодарю вас за просмотр. С вами был Валентин Медведь. Спасибо, пока-пока.